volero. C'est ton Freddy Fazbear. Всем привет, с вами Шлёпа39. Как вы могли подумать, это не видео Бобы Краша, это просто видео по теме, куда я пропал, почему я не делал видео. В принципе, об этом я готов рассказать. Ну, давайте начинать. У меня было несколько причин по моей пропаже. Это не выгорание или что-то там, проблемы какие-то. Первая причина, которая наступила еще давно, это лень. Да, мне стало лень записывать ролики, я не знаю, по какой именно причине. Но просто стало лень. И то видео по галактике Героев оно было снято давно. Ну, где-то недели две до того, как я выпустил это видео. Вот. Вторая же причина у меня, это я заболел. Ну, я плохо себя чувствую, в принципе, я кашлю. А с кашлем, плюс я буду через нос говорить из-за насморка, то как-то видео я буду получаться не круто. Но знаете, для чего я пришел сюда? Чтобы забить... Сделать видео, забить на это, и потом до марта ничего не делать. Так вот. Ладно, шучу, конечно же, вы чё? Еще одна причина. Мне... Я стал играть в GTA. Вот еще одна причина, в принципе. Ну, блин, меня не оторвёшь от GTA теперь. Я вот даже сейчас поиграл. И все записывать видос. Вот. Но видосы до сих пор будут. Да, они будут, в принципе. Но я не знаю уже, когда будет следующий видос. И будет ли он вообще. Ну ладно. С вами был Шлёпа39, и вот, ладно, давайте подведем итоги. Все же моя главная причина моей пропажи. Я играл в GTA, я заболел, ну и надоело, ну лень. Да. Ну, тогда всем спасибо за просмотр и пока.